Всем привет! Продолжаем путешествовать по городу. Ходил я по улице Писарева. Так, Писарева 10, город Петербург. Архитекторы Гоген. Год постройки 1907-1908. Стиль модерн. Доходный дом Козлениновых. Я пользуюсь данными прекрасного сайта, о котором всегда говорю. Сайт City Walls. Отличный сайт. Там можно много интересной информации найти про улицы. Так вот, как я уже сказал, в 1907-1908 году архитектор фон Гоген Александр Иванович. Вот на этом ограничивается описание истории этого дома. А только есть кто в этом доме жил. Квартира 23 жил известный художник Юнгер. Здесь были написаны портреты Есенина и Клюева в 1915 году. В 1917-1921 годах в квартире Владимирова жила балерина Матильда Кшесинская. В 1910-1930 годах гражданский инженер Бургазлиев Иван Ильич. В 1915 и где-то после 1940 пианист Николаев. В 1915-17 годах здесь жил гражданский инженер Стригулин. А с 23 года и где-то после 1940 года, точная дата не написано, художник Чипцов. И ссылка из воспоминаний Кшесинской, из которых следует, что она с сыном жила здесь с конца марта, начала апреля по 13 июля 1917 года. Вот такая скудная информация по дому номер 10 улицы Писарева. Ну вот, все, что есть, все, что я нашел. Все, всем пока, всем привет. Узнали, кто жил в доме номер 10 по улице Писарева. Пока-пока, до свидания, до новых встреч.